Итак, всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. Мы, как всегда, проходим SPMod. В прошлой части мы прошли первое задание, идентичное тому заданию, в котором проходили за рассвет. Кстати, что у нас тут канистра лежит. Но она не берется, скорее всего. Да, мы уже пробовали ее взять. Что? Что это за возможность такая? Могу перетаскивать предметы? Ладно, неважно. Так, теперь нам нужно что? Ну, как всегда, собственно, деревню захватить. Давайте захватим. По второму кругу проходим, как мы проходили. Часть тоже будет небольшая, минут 20-15. Вот так вот. Все части такие будут. Так что их побольше будет, я думаю, по 2, по 3 в день. Постараюсь. Ну, по 2 я точно попытаюсь сделать вам. Потому что вы же ждете. Чем больше частей, тем лучше. А одна большая, ее не каждый посмотрит. Я думаю, я прав. Поставьте лайки, напишите в комментах, правильно говорю или нет. Просто если часть огромная, ее не каждый посмотрит. А по 20-15 минут вполне нормально. Их будет больше. То есть не будет одной. Будет 2-3, постараюсь я делать. То есть не обещаю вам точно, но постараюсь. А что же человек, поэтому я не робот, я не могу клепать всю жизнь части. То есть, конечно, один день у меня будет такой, когда буду целый день клепать вам части, но... Ну, ладно, сейчас мы не об этом. Ну да, естественно, как я мог в нее не попасть, а? Ну где вы еще? Ну, теперь вас искать еще. Ну, что ж такое? Ну, там вас точно... Нет, чувак, мне туда лезть не надо. Спасибо, но я откажусь. Вот где они? Кто их где найдет? А, они вон там. Окей. А почему не показывают сюда? Я не очень понял. Ну ладно, они перебрели, короче, туда, я так понимаю. Также. Меня просят делать солянку. Не знаю, братья мои. Я не знаю, делать мне солянку или нет. В общем, как мы закончим этот мод, тогда и будем решать, что дальше делать или что дальше не делать. Так, ну закончим мы его уже скоро, там еще пройду некоторые квесты, естественно, которые не допрошу, попытаюсь пройти, по крайней мере. Если уж сильно надоест, то возьмемся в другой. Я, конечно, тоже человек уже второй раз говорю, поэтому поймите же меня, то, что я не могу вот все время один мод проходить, это же пипец будет. Пипец будет, просто пипец. Вот они, чуваки, вижу. Вижу вас, братья мои, вижу. Я иду к вам на помощь. Знаю, что во мне нуждаетесь. Знаю, поэтому хочу один, а нет, тут еще один хочу. Ух ты, ни хрена себе, ты умеешь как, а? Какой-то ты у нас агрессивный школьник, что ли? Матом ругаешься, так не по-детски. Я только с тобой познакомиться пришел, нахалый, сука. Ну вообще, хотя сука это не мат, ну ладно. В любом случае, сука, это собака. Сучка, как говорится. Многие этого не принимают, говорят, что ты обзываешь там собаку, или ты говоришь неправильно. Я говорю, как я хочу. И указывать мне не нужно. Вот, так. Ты у нас там ходишь, да? Что ты хочешь найти? Смерть твоя, что ли? Ладно. Раз хочешь, получишь. Так, теперь нам нужно дальше, я так понимаю. Да-да-да. Ну, сегодня мы это пройдем, я думаю. А если не будет такого геморроя, как было с этим, ну тут нет мутантов, поэтому это будет гораздо легче. Ведь территорию уже наизусть знаю. Так, ну кого я еще не убил? А, ну там еще один бежит. Ну что ж вас всех-то расплодились вы. Все в экзоскелетах, прям все такие крутые, все себя строят, прям Рэмбо, Мачо и прочее. Так. Вау. Чувак, мне тебя жалко. Просто над ним поиздевался, потому что жалко чувака, пистолет против меня попер, но убить мне тебя надо, чувак. Поэтому, ну да, как я и говорил, по сути. Почему у меня вот нельзя телепортироваться? Я бы уже давно это задание проделал получше. Ну ладно. Что я могу еще сказать по поводу мода, меня многие спрашивают. Я скажу только то, что этот мод великолепный просто. Я не думал, что в мод я буду играть больше, чем в саму игру. Я саму игру уже прошел бы все за все эти серии, которые я сделал. А мод, он просто, не знаю, он такого размера, что создатели, или создатели, я не знаю, честно, там их вроде много. И да, кстати, все вопросы задавайте мне на форуме. Сайт пока недоступен, но вскоре будет доступен, так как меняется дизайн. И что я вам еще хотел сказать? Там же есть тема СГМ, так что вы сможете там задать вопрос. Там человек специально есть, который ответит вам на эти вопросы, поможет во всем. То есть, если у вас какие-то проблемы с СГМ, обращайтесь на сайт. Сайт всем доступен, поэтому... Не надо задавать мне в Ютубе по миллиону вопросов. Сайт на это и сделал. Я... Ух, ни хрена себе вас! А, у меня есть к вам подарок. Чуваки, только... Ладно, пока, друзья мои.
Да, я никого не убил. Как так-то? Сейчас меня еще убьют таким макаром. Оу-е. Неплохо, неплохо. Ну, какие-то они хилые. Так неинтересно, ребят. Не очень интересно. Так, ну этих мы убили, да. Тут наши сразу появились с пулеметом. Ми. Теперь я буду точно знать, что память у меня просто так не кончится. Я боюсь, она вообще никогда не кончится. Я могу человек... Вот я не знаю, сколько можно записывать, чтобы занять всю память. Часов 12, наверное, записывать надо, чтобы занять. Хотя, если посчитать, что, допустим, одна 10 минут и... О-е-е. Это круто. У меня на тебя есть, дружок, подарок. Молодец, чувак. Конечно, понимаю, что все хотят жить. Ты у нас жирная скотина, но в любом случае. Ё-моё. Визит. Ну, конечно, визит к врачу. Чего мне только не хотелось бы. На самом деле, могут подумать люди, что я там боюсь врачей. Не-е-е. Это в игре. Просто не хочу никуда идти. Лень. Чисто лень. Пошел, пошел. Сейчас вы еще умрете. Кидай ты гранату, чувак. Ё-моё, ты кидать не умеешь гранаты, что ли? Он кинул под себя, это как так? О, чувак, с ФМ. Половину убило, один остался. Не, ну это просто какое-то издевательство над ренегатами, или как это зовут? Кто они? Ренегаты, да. Одними тупо издевательство. Куда вы лутите? Пошли, дайте мне выйти, пожалуйста. У меня там $1000 в кармане. Так, теперь нам сюда. Ну, как, собственно, всегда. Потому что уже этот маршрут можно было изучить. Я тут еще смотрю на карту. Зачем? Раз так ясно. Что ж потом? Опять база пойдет. И так будет бесконечно, да? Потом захватит ее свобода. Потом захватит ее долг. И так мы станем врагами всем. Да? Это они хотят на это намекнуть. Я вон вижу чуваков уже. Вижу вас, ребят. Вижу. Меня не скройтесь. Боюсь своих задеть. Никого не убило. Это замечательно. Тут один остался. Вроде. Давай, красиво его. Они сами всех вынесли. Восточную заставу. Как скажете. Это самое трудное место было, когда мобы наступали. И еще хотел бы сказать спасибо еще раз пользователю Анаскела. То есть, Настя, спасибо тебе за видос, который ты делала к Днюхе. Если кто-то не видел, посмотрите на ее канале. Есть видос, который она делала ко мне к Днюхе. Поддержим отечественного производителя. Ваш... Ай-яй-яй. Запрыгалась тут вообще. Офигела. Настя, так, иду, слышу звук сзади. Оборачиваюсь, там химера, это офигеть. Хватит стрелять, чуваки. Да я ему пушку попал, что ли? Нахрен. Оу! Ребят. Ребят. Второй, что ли, за серию уже? А, собаки. Куда пошел? Ладно, как скажешь, чувак. Давайте сохранимся, потому что тут снорки бегают. А снорков я боюсь. Вот не боюсь врагов, экзоскелетов, снорков боюсь. Ты меня не видишь с упора? Я тут. Это классно выглядит, конечно. Я в тебя стрелять не хочу, чувак. Привет. Контроль установлен. Так, теперь что нам получить? Награду. Ну, тут мы уже окажемся, как вы все знаете. Мы подбегаем, как вы видите, уже к этому месту, к которому у нас связано очень много плохих воспоминаний. И очень странная серия, на самом деле. Но это ничего.
У нас там какой-то чувак стоит, ну зайдем позже к нему, давайте сначала награду получим. Я думаю, 1035. Конечно, я загнул, но я думаю, вполне столько дадут. Сколько? Охренеть. Все? Да, все. Задания кончились. Так, давайте изучим это сначала. Абакан. Так, и теперь мы пойдем выполнять. Как вы думаете, какое задание? Мы пойдем выполнять. Так, сейчас найду это задание, и мы, наверное, его пойдем выполнять. Я не знаю. Ну, а здесь мы позже выполним. Так. Вот этот пойдем выполнять, скорее всего. Сейчас мы, как вы знаете, уже будем там. Я до тут добегу без записи, потому что это займет очень большое количество времени. Хотя по пути мы сначала хотели зайти к этому чуваку. Давайте зайдем, кто у нас такой. И что он нам делает. Наверное, продает что-нибудь, да? Что же он нас продает? Давайте посмотрим. Если это торговец, я просто не знаю, кто это. Ты кто у нас? Да, торговец. Так, у тебя пока мало товаров, но мы можем у тебя заказать. Давай мы тебе купим вот это вот, потому что нам это понадобится определенно. И продадим тебе то, что мы чем мы пользоваться никогда не будем больше. Что там появилось? Что там появилось? Ладно, неважно. Не костюм. Давайте закажем. Просто так, для того, чтобы был. Хотя, я думаю, не нужно. Новое задание. Отправиться на новую тропа. Это новое задание? Офигенно. А я думал, все. Ну, конечно. О, так что бежим сюда. Как вы знаете, я сделаю это без записи, ибо затратит это кучу времени. И вот мы подбегаем к данному месту. Я как понимаю, это переход на Агропром. Так что нам тут, по сути, недалеко осталось. Вот мы добежим и перейдем уже на Агропром. И, кстати, что там будет, я не представляю даже. Это очень круто. Так. Ну что ж, переходим. И мы уже на Агропроме. И что нас тут ожидает, я вообще в душе не знаю. Подайте, сохранимся на всякий пожарный, потому что может что-то очень страшное быть. И странное, и вообще. Ох, какой странный мы начинаем. Что нам нужно сделать? Попасть в подземелье Агропрома. Ну, я думаю, мы это сделаем без записи, ибо потому что бежать очень далеко, так что встретимся уже около того места, которого нам нужно идти. Я наткнулся на задание исследовать место падения скат 7. Давайте исследуем. Не знаю зачем. Давайте. Что за звуки, мать вашу? И теперь, кстати, у нас тут новые враги. Наемник спецназа. Это жесть. Давайте так чистим базу для большего экшена и закончим на этом данную часть. Нам все равно их придется убивать, как я понял. Ну да, только немало так. Или, может быть, мы с ним в друзья могли вступить. Я не знаю, конечно. Ладно, неважно. Мы их просто убьем. Скорее всего. Я просто их не вижу из-за тьмы. Охренеть. Вот этого я точно вижу. И ХП у меня не так плохо. Ой, не так много. Хотя, давайте пойдемте к той цели. Это оставим на потом. Чуть-чуть поубивали и хватит. Тут недалеко уже, по сути, бежать. Так что давайте так добежим. Я думаю, и закончим вскоре эту часть, потому что она будет... Не хочу, чтобы она была больше 20 минут. Кстати, аномалия меня не убила с одного удара. И это не убило с одного удара. Ну, это прям какой-то офигенчик. Так, давайте сохранимся на всякий пожарный, потому что я вижу, что тут нам трудно придется. Как нам туда попасть, объясните мне. Я понял. Не надо мне ничего объяснять, я все понял. Все я понял. Ну, вот сюда, да? Так понимаю. Хотя, я понял даже.
Нам вот сюда. В эту задницу. Давайте спрыгнем, раз нам нужно именно сюда. И мы уже в подземельях Агропрома. И что ж, нас тут ожидает, я не знаю. И думаю, мы узнаем это уже в следующей части. Прямо на самом интересном месте. Да-да-да. Не гнобите меня за это, чтобы вы смотрели следующую часть. Так будет лучше. В общем, всем пока. Спасибо за внимание. С вами был Александр Фу. Не забывайте подписываться, комментировать и оценивать мои видео. Всем пока и живите здорово. Здорово. Пока.